Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Это российский фильм-биография режиссера Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграундной рок-культуре начала 80-х годов. Роль Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю. Основная сюжетная линия фильма – это история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко, Роман Билок, и его жены Натальи, Ирина Старшенбаум, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Я забываю есть, я забываю пить. Наступит день, и я забуду, что я должен жить. Я забываю, я продолжаю забывать. И когда я забуду все, тогда я начну вспоминать. В данной ленте великолепно все. Эстетика кадра, ракурс, игра со светом, операторская работа в целом, актерская игра. Саундтрек, все на высшем уровне. Лето очень красивое кино, где есть и лирика, и динамика. Кино оригинальное, главное, снято с душой. И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся, там, за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу.